херня? Отчет отправить придурку нашему. Ладно. Thank you.
блядской тропе. А? Спасибо, заказ закрываю. Привет. Тут у одной шельмы что-то не то с головой. Видимо, киберпсихоз. Мой клиент в опасности, его надо как-то вытащить. Буду очень благодарна, если ты поможешь. Подробности я приложила. Хелл, ты живой? Я и ты. Тебя пан, ты ее уже того? Конечно. Можешь выходить. Ну, наконец-то. Я уже дома задохнулся. Вот иногда утром просыпаешься и понимаешь, день будет херовый. Нихуя не получится из того, чего хотел. Как сегодня, в общем. Надо было остаться в кровати. А чего у нее башню-то сорвало? А с чего бывает киберпсихоз? Хер его знает, и мало кому охота выяснять. Ну, я свое дело сделал. До следующего раза. Я уж надеюсь, следующим не будет. Дела незамеченными не проходят. И заказ закрываю. Ты кто? Не врач? Случаем. Меня прислала Реджина. Ясное дело. Держит руку на пульсе. По поводу девчонки. Она погибла. Я знаю. Мы же в одной сети. У тебя не было выхода. Не бери в голову. Что тут произошло-то? Хелл должен был взломать для нас один вирт. Сказал, что вроде получилось. А потом вот началось. Когда Энни его загрузила... Боже, как она выла. Видимо, мозги перегорели и... Остальное ты и так знаешь.
Короче, у мальстрёмовцев есть Рипер. Проблема в том, что она там не по своей воле, ее держат в плену. Можешь спасти даму от этих психов? Ее брат будет тебе благодарен. В письме подробности. Я знаю, ты Люси Текет. Опять все отрубилось, твою ж мать! А ты вообще кто? Ви, меня прислал твой брат, чтобы тебя вытащить. Берти? Ладно, ладно, погоди минутку. Что с ним? Эти ублюдки могут явиться в любой момент. Огнестрельное ранение. Почти залатало, и опять кровотечение открылось. У нас нет на это времени. Местной аппаратуре давно пора на свалку. Надо сваливать, сейчас. Раз уж ты тут, просканируй его. Ты это серьезно? Ну я же вижу, что у тебя импланты. Просканируй его. Давление падает. Температура тоже. У него геморрагический шок. Попробую остановить. А ты перелей ему дозу синтетической крови. Ну давай, вон же он на столе. Первый слева. Нет. Что? Хватит, уже нет на это времени. Он мертв. Ну, конечно. Чего ожидать помощи от таких, как ты? Ты совсем ничего не чувствуешь, когда живого человека убиваешь? Я его не убивал. Да что ты говоришь? Он умер из-за твоего бездействия. А я ведь просила тебя о помощи. Это убийство. Идем. А, ну, конечно. Сменим тему. Идем. Лишь бы это все не зря. Твоя тачка. Залезай. Люси в безопасности. Безупречная работа. Спасибо. Привет, Ви. Есть один коп. Помочь в расследовании. Парень известен тем, что пользуется лазейками в законе, поэтому с наемниками работать не стесняется. Все подробности в письме. Ну давай, покажись!
Ах ты сволочь, блядь. Что, до сих пор не привык? Я 50 лет отдыхал от Найт-Сити в тюрьме душ. Как-то все подзабылось. Хорошо тебе. Эй, Ви, заставь его за все ответить. Очень тебя прошу. Сама ее спроси. Блядь, помощи от тебя. Ну зачем, солнышко? У тебя же талант. Надо было в техники пойти. Пап, не начинай, ну что ты заладил? И еще много раз повторю. Я не хочу, чтобы какой-нибудь хрен обидел мое сокровище. Пап, мы же шельмы, а шельмы своих в обиду не дадут. Я договорюсь на фабрике, пройдешь собеседование, будешь работать с машинами. Это же твоя мечта была. Ага, с грязными развалюхами, из-за которых мать заработала себе рак. Ты про них? Лучше уж давиться чужим хреном, чем этими парами. Аарон, это Ви. Записи у меня. А, Ви! Я думал, опять эти дармоеды пришли поговорить о Библии. Заходи. Ну и как? Были какие-то проблемы? Были, как всегда. Уже решены. А ты молодец, а? Тут выживают те, кто умеет решать проблемы. Ну ладно. Давай записи скорее. Время – деньги. Эти записи ведь нужны для расследования, правда? Угу. Большой скандал, много вони. Но благодаря тебе дело сдвинется с мертвой точки. Даже жаль с ними расставаться. Очень уж интересные. Договор был, что никто не сует в них нос! Надо же. Какой ты у нас законопослушный. А по записям так и не скажешь. Вот только не надо мне мораль читать. Говори прямо. Чего ты от меня хочешь? А сам-то как думаешь? Фото на память или массаж стоп? Окей, блядь, я понял. Плачу двойную ставку. Тебе нужны были записи? Вот они. И с деньгами лучше не затягивай. Не грызи меня, Джонни. Ты не моя совесть. Хорошо. А то я бы об тебя все зубы сточил. Когда есть друзья среди копов, это всегда хорошо. Заказ закрыт, деньги я передала.
Есть один дурачок, Алаис Даген, даром, что имя звучное. Сучонок обманул мое доверие и свинтил из города. Ну и хер с ним. Меня интересует только информация с его компа, который он оставил в Найт-Сити. Глянь, мое письмо, там написано, что делать. Кто там? Вот ты гнида. Я был внизу. Хочешь поговорить об этом? Не знаю, что ты там видел. Я оттуда не хожу и ничего не знаю. И вообще меня заставили. Я был заложником. Сказали, если я попытаюсь бежать, тоже буду на столе. Ты врешь. Твое право мне не верить. А еще у тебя право на скидку. На какую еще скидку? Специальные цены для особых клиентов, таких как ты, в обмен на... то, что я забуду про этот подвал? Прекрасно сказано. Просто прекрасно. По рукам. Я забуду про этот подвал. Замечательно. Тогда заглядывай, если что понадобится. Давно здесь торгуешь? Года два, если не больше. Поначалу было нелегко, но я наладил нужные связи. Половина успеха в бизнесе – это полезные знакомства. Вторая половина – это общительность и гибкость. Что у тебя есть? Нашел мой модуль памяти. Я смотрю, ты в прекрасной форме.
травме, конечно, спецы быстро тебя собрали. Ага, как новенький. Вот только если бы не ты, нечего было бы складывать. Я ведь даже спасибо не сказала. А, с тобой ведь был еще кто-то, латинос такой крупный. Ты при случае передай ему мою благодарность. Ну, вот это не получится. Джеки погиб. Ау. Мои соболезнования. Он же погиб из-за меня? Нет. Его убили люди Арасаки. Вскоре после того, как мы тебя спасли. Джеки всегда делал вид, что он железный, ему все по боку. Но на самом деле он был бы очень рад, что ты его помнишь. В общем, его больше нет. Но мы-то живы. Так что вернемся к делу. Мой мудрь памяти у тебя? Что, сразу к делу? Ну да, нашел, и ты прикинь, где? В норе у мусорщиков. Сандра, ты чего? Да я просто... Мне рассказали, как все было, и теперь не могу отделаться от мыслей. Я догадывалась, что мой банк у них, но... Могла же я сама пойти его возвращать. Пытаясь себе внушить, что этих людей больше нет, что опасность миновала. У тебя же платиновый статус в травме. С этими ребятами не пропадешь. Блокировку сигнала у тебя наверняка уже сняли. Ну да, но кто знает, что мусорщики придумают в следующий раз. Ну ладно, надо жить дальше, у меня теперь другие заботы. Хочешь об этом поговорить? Да нет, я так. Доставь модуль памяти в мою квартиру. Сейчас вышлю адрес. Спасибо. Ну что опять? Ну все, пиздате. Сандра, это Ви. У меня твой модуль памяти. Сандра, ты здесь? Ты один? Никого с собой не привел? Ну, как видишь. Входи. Не люблю, когда двери нараспашку. Ты до сих пор боишься мусорщиков? Мусорщиков? Нет, я боюсь... Ладно, неважно. Где модуль памяти? Если ты боишься не мусорщиков, тогда кого? Я плачу тебе не за то, чтобы ты задавал лишние вопросы. Ну, ты сама об этом заговорила. И вообще, я тебе жизнь спас. Могу и спросить. Тебе за это заплатили. Я была просто предметом заказа. Вот и не набивайся в друзья. Так что, где мой модуль памяти? Вот. Не волнуйся, в целости и сохранности. Когда меня просят не волноваться, это значит, от меня что-то пытаются скрыть. Скажи честно, ты посмотрел, что там внутри? Чтоб я убил репутацию за инфу сомнительной ценности? Ну, как сказать. Я ведь заметила, что GPS-сигнал модуля памяти вдруг появился в сети. А это значит, что кто-то его включил и сунул туда нос. Ладно, не буду темнить. Я посмотрел, что там. И я все знаю. Я так и думала. И что ты собираешься делать? Крутая у тебя хата. Для нетранера.
И где ж ты столько денег на это все взяла? А вдруг корпорация Найт получит анонимный сигнал, что ты копалась в их базе данных? Я ни капли не удивлена. Сразу было ясно, ты не лучше мусорщиков. Слушай, давай без драмы. Сколько будет стоить мое молчание? Вот, столько. Подтвержденный случай киберпсихоза. О нем даже Макс так знает. Только они не приедут, потому что Милитех замял дело. 100% это кто-то из их людей. Я бы поставила на лейтенанта Моуэр. Эту даму надо как можно скорее направить на терапию. Так что я тебя очень прошу, постарайся ее не убить. О, интересно. Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам, как он сам. Шельмы наконец его отследили. У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Чего вам подать? Говорят, у вас есть спецпредложение для особо взыскательных клиентов. Что порекомендуешь? О, месье знает толк. Для вас найдутся особо реалистичные вирты. Любой пол, раса, фетиш.
Мы разожжем вам синапсы, разгоним серотонин по венам. Я хочу поговорить с Джо Таро. Тебе жить надоело? Многие так считают. Говорю прямо, уходи, пока можешь. Ты не имеешь права. Не имеешь права, говорю. Закрываю заказ. Я уж думала, ты не придешь. Начинаю думать, что и правда не стоило. Почему это? Я работаю через фиксеров. Когда клиент выходит напрямую, дело обычно мутное. Мне просто важна конфиденциальность. Охренеть. Это ты? Это я. Лиззи Уизи. Садись. Есть разговор. Ну, рассказывай, что там у тебя. Известно, что у меня проблемы. Понимаю. И какие? Хороший вопрос. У меня был тяжелый год, творческий кризис. Давно уже не выпускала ничего стоящего. И вот вдобавок ко всему, я влюбилась. Ну, знаешь, нашла проблему. Для меня проблема. Мне есть что сказать миру, а это отвлекает. Мне нужно сосредоточиться на искусстве. Ладно, давай подробности. Это мужчина? Женщина? Руки эти. Иногда вроде едва коснулась, а уже все сломано, все разбилось, везде искры летят. Короче... Это мужчина. Его зовут Лиам. Лиам Нортон. Мы вместе пару месяцев, но я думаю, что он мне изменяет. А почему ты его подозреваешь?
История настолько банальная, что даже стыдно. Тайные разговоры по телефону в ванной, странные чеки, непонятные встречи посреди ночи. Что-то конкретное можешь вспомнить? Вспомнить. Знаешь, это очень деликатная тема. Да ну. Для этого мы с тобой недостаточно близко знакомы. А с ним ты вообще поговорила? Сказала ему прямо? Боже, какой ты милый. Ты понимаешь, что мы с ним никогда не бываем наедине? Вокруг постоянно ассистенты, пиарщики, визажисты. Стоит мне перестать смотреть на него влюбленным взором, слухи по городу поползут сразу. Понимаю. Нет, не понимаешь. Чтобы это понять, надо так пожить. Когда на тебя неотрывно смотрят миллионы глаз, каждую секунду. Это прекрасно и ужасно. Лиам Нортон. Не знаю такого. Что про него расскажешь? Ему около 40, эмоциональный. Он из тех, кто никогда ни в чем не нуждался. Такое бывает. Как познакомились? Он мой менеджер. Ну да, понимаю, как это звучит. Я не нарочно, он вообще не в моем вкусе, но... Но? Можно заменить все тело хромом, но душа останется прежней. Сердцу не прикажешь. Ну а я-то тебе зачем? Чего ты хочешь? Найди доказательства, чтобы я могла с этим покончить. Лиам постоянно ходит в Райот. Думаю, он там с кем-то встречается. Я хочу знать, с кем. Выяснишь? Не спеши. Сначала деньги обсудим. Деньги будут. Да это понятно. Вопрос в том, сколько? Господи, как это мелко. Да без понятия. Куча денег. Тебя устроит такой ответ? Устроит. Для нас, простых смертных, вообще характерна мелочность. Это, знаешь ли, иногда вопрос выживания. Не читай мне мораль. Берешь заказ или нет? Рассчитывай на меня. Супер. И мне нужны подробности. Конкретные сведения. Записи, фотографии. Ладно, я это учту. Хорошо, иди. Надо сделать! Я готов на что угодно! Заходи. Только смотри, не шали там. Я ищу одного парня, его зовут Лиам Нортон. Может, знаешь, где его найти? Приезжай. Тут наемникам не рады. Уебывай, я не шучу. Вирус в ядре, повреждение. Приезжай, пожалуйста. Подумай еще раз, иначе пожалеешь. Сейчас допросишься. И даже в травме не разберутся, где у тебя жопа, а где колено. Пиздуй давай.
Так, что у нас тут? Шампанское? Какой сюрприз. Считай это знаком моей благодарности. Ты редко разрешаешь использовать чип, но создание энграммы живого человека – дело вообще беспрецедентное. Не благодари. Варасаки очень интересуется карьерой Лиззи. Будет обидно, если она прервется раньше времени. Поэтому резервная копия станет отличным решением. Кстати, когда снимаешь копию, можно подкрутить в ней, ну, характер подправить. Потому что Лиззи, ну, после трансформации, короче, что-то она не в адеквате. Боюсь, это невозможно. Энграммы, созданные по программе «Сохрани свою душу», нельзя редактировать. А насколько масштабные правки ты бы хотел внести? Ну, масштабные. Иногда я ее совсем не узнаю. А бывает? Ну, что об этом говорить? Давай выпьем. За сотрудничество. Ух ты ж, бля. Ты это тоже слышал? Суки. Они хотят сделать с ней то же, что и со мной. Не совсем. Тебя они грохнули, а с нее просто хотят снять копию. Копию? Ви, она же не архив с отпускными фоточками, она человек. У нее даже согласия не спросили. Она даже не в курсе. Он не имеет права так делать. Никто не имеет такого права. Особенно втайне от нее. Черт, и как ей об этом рассказать? Чего рассказывать? Там камера. Раз есть камера, есть и запись. Алло, Ви, что такое? Есть инфа по Лему. Ну, все так, как я думала? Нет, Лиззи, хуже. Гораздо хуже. В каком смысле? В общем, не знаю всех подробностей, но Лем пытается тебя скопировать, энграмму сделать. Что? Но зачем? Он сказал, что боится за тебя и тебя. Нет. Нет, я тебе не верю. Ни единому слову, ты врешь. У меня есть запись. Вот, послушай сама. Нет, нет. Не может быть. Блять. Пожалуйста. Хоть что с тобой случилось? Ты серьезно? Тебе историю болезни показать? Я просто хочу убедиться, что у тебя не киберпсихоз. Нет, это обычный сбой импланта. Ясно, теперь поможешь. Ладно. Супер. Слушай, стоим-то. Давай в машину быстро. Thank you.
только угадаю. Мистер Перчик, модель XCV-19. Ага! Откуда ты знаешь? Неплохо разбираюсь в имплантах, в том числе и запрещенных. Они все с браком. Была отзывная компания, но на черном рынке они еще... Ты везунчик. Отгони, сбивай их нахер! Расслабься, Чумба. Сейчас уже поедем. Это ты мне советуешь расслабиться? Ай, как горит! Как жжет-то, сука! Уймись. Делаю все, что в моих силах. Я так девчонке один раз и сказал. Она психанула. Господи! Блять, о боже! А можно так не орать, пожалуйста? Да ты же знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать, страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Смешно обоссаться! Окей, мой... Потом заплачу! Позвоню тебе! Но... Закончили с Василиском. Хочешь на нем проехаться? Конечно. Скоро буду. Блять, Ви, он потрясный. А я уж понял. Твоя помощь. На прежнем месте. Не заставляй меня ждать. А в чем дело? Алло? Лиззи?